Дасти. Вперед, Дасти! Можно выполнять задание. Повторите, можно выполнять задание. Вас понял. Достигли рубежа Феникс. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димка, и мы продолжаем прохождение игры «Медаль за отвагу. Боец». И давайте же, друзья, посмотрим, что будет происходить дальше. Все понял, Луна. Буду контролировать переговоры и видеозаписи. Понял, Дасти. Разрешаю, Мако. Задание начали. Принято. Круто. Ненавижу возвращаться назад, не подстрелив кого-нибудь. Не забывайте, ну ты кровожадный. Захватите материалы и возвращайтесь на Бейнбридж. Все цели враги. Дверь слева от тебя. Ясно. Приближаемся к деревне. 30 секунд до высадки. Понял. Штурмовые группы Альфа и Браво, высаживайтесь первыми. Чарли и Дельта обеспечивают прикрытие огнем. Любая цель, которую видите, это враг. Найдите Пендрит. Понял. Понял. Ну ладно. Достанем вашего водолаза. Основная точка входа чиста, ребята. Движения нет. Это ненадолго. Разведка говорит, вчера грузовики пришли в 21 час. Смотри в оба, Стамп. Контакт на 12 часов. Стамп, наверх, мочи их. Они на крышах. РПГ, Кинга в укрытие. Мочи птичек. Понял, буду. Поддержка с воздуха нужна будет раньше. 1-3, нам будет нужна поддержка с воздуха как можно быстрее. Вас понял, Пила, держись в пути, Вуду. Ясно. Ах ты, давай какой ближе. Лютый. Вас понял. Захожу второй раз. 2-5, вам ясно? Ясно. У нас чисто. Так какой тут чисто, ничего себе. Фу, РПГшник. Ай-яй-яй. Ох, вот это шарахнул. Сектор чист. Буду, это Динго. Они засели на верхнем этаже. За один заход не получится. Понял, Динго. Еще раз, еще заход. Все понял. Второй круг. Держимся. Пристреливайтесь по цели. Там враги. Ты что вытворяешь? Ох, подкрепление! И такое, что... Порядок, а то лютый парень был с тем пулеметиком на машине. Бессмертные маджахеды. Врёшь, не уйдёшь! Машины! Они уезжают! Грузовики, по ним огонь! Ох, вообще, бля, какой лютый! Фух, наконец-то! А-а-а, завалили нас. А черт! Спасибо, брат. Черт, что случилось, Вуду? Си-2, у нас падший ангел. К
К северу от рубежа зеленый. Повторяю, падший ангел. Запрашиваю эвакуацию. 2-3 СМИТ. Зачистить местность. Оставить отряд для спасательной операции. Понял, Вуду. 1-6. Нам нужна эвакуация раненых из 2-3. Огонь грузовика. Вас можно уничтожить. Понял. Уматывают, Вуду. Надо ближе. Уходим вправо. Грузовикам назад. Дамп. Цели на земле. Огонь. Они уматывают, Вуду. Надо ближе. Понял. Идите. 1-6. Запада. Горячо. Буду, это Динго. Направляемся к основной цели. Понял. Ох, Динго. Ствол Корректируй нас конкретно. Статус экипажа. Плохое, но отряд Дельта занял периметр и вытащит их. Они примерно в 5 минутах. Ясно. Сосредоточимся на основной цели. Зачистить лагерь и найти Бентрит. Вас понял, Вуду? Вас понял. Бентрит. Стамп, здесь надо без шума. Смени оружие. Вертушку держи ровнее тогда. А, даже так, ну это хорошо и замечательно. Дальше пойдем пешим. Ой. Прилетело что-то. 10 часов! 20 метров! Перезарядка! Труп! Справа снизу! 10 часов! Готов! Пошел! Давай, покажися. У нас пулеметчик. Он в бронежилете. Продолжай стрелять. Он на голове, ж у него нету бронежилета. Ах, ох, у этого есть, оказывается. Далеко собрался, дядя. Ой, спасибо, ну ты выручил, напарник. Я думал уже сайонара. Блин, уберись отсюда, монстр. Еще цели.
Ох. Ну на тебе подарочек. Тебе это. Вау, красавцы. Спасибо. Спасибо за такой подарок. Дела 1-6, это Мака 1. Вперед, Мака 1. Будьте рядом. Я думаю, вы пригодитесь. Ясно. Просматриваем дорогу. Вашу мать, там утасиное гнездо. Там направо. Иди поверху. Блин, да что ж такое, это машина. Ого, это бронированный чувак, да, походу? И это точно. Кто кого? Ох, зашевелились. А. Ох, где тут эта шкера? Братишка, это я. Тоже хорошая вещь. Подожди, подкинь мне патронов, потом наверх отправляйся. Прикрой, перезаряжусь. О, так бы и раньше. Сейчас перезаряжаем. Вон труп. Чисто. За мной. Понеслась. И это все? Чисто. Интрита нет. Только какие-то обычные припасы буду. Понятно. Движемся дальше. Право, чисто. Бери.
Конечно, работает. Ох, вот это серьезные ребята, их надо валить. РПГшники нам не друзи. Не подорвали. Так бы и раньше бы. На земле все чисто. Идем в здание. Я думаю, после такого, что там кто-то еще уцелел, это вряд ли. Пули как свистят. Замаскировали. Мы нашли подземные здания, идем внутрь. Оставайтесь в точке эвакуации, будьте готовы вытащить нас отсюда нахрен, если все пойдет наперекосяк. Вас понял, Мако. Норы понарывали тут. О, у них тут тренировочный лагерь. Сразу две мишени. Друг.
налево. Сам за мной. Думаю, теперь мы пришли туда, куда надо. Черт, опять. Потренироваться надо чуть-чуть. Друзья, я на подходе. Вперед! Слева чисто! Справа чисто! Балкон! Вижу! Граната! В укрытие! Черт! Ах, вот это да! Красиво сработали! Твою мать! Быстро соображай, что... Компенсирую, на тебе в ответ. Свобода. Ладно, пошли. Вилла 1-3, это Мака-1. Говорите, Мака-1. Мы идем через подземный комплекс. Ждите в точке эвакуации. Вас понял, мы определили вашу позицию. Принято. Так, стараемся не шуметь. Я думаю, мы можем застать их врасплох. Крутой у этого напарника ПНВ. Еще пещера. Из команды не высовываться. Понял. Не нравится мне это. Тише, не спешим. Упакуем этих говнюков. Контрольный в голову. Наверх. Это генератор, он работает. Стамп, вырубай питание. Еще контрольный. Ту же голову. Опускаем ПНВ. ИК фонари. Ясно. Наверх. Да, с ПНВ, конечно, круто. Блин, не дали мне завалить его. Чисто, внутрь! Контакт! Пошел! Цель снята! Контру.
начинает меня беспокоить. Контакт! Пошли! Ух, серьезно, с фонарями, конечно, да. Меняем что-то это. Пушечка не работает. Вау, вот это заслепили. Они обдолбанные, стопудово вообще. Камикадзе смерти вообще не боятся. Да, нехороший пулеметчик. Динго, ты красава. Взрывчатки сколько? Ну что там? Ты только взгляни на это. Твою мать. Бабахнет так бабахнет. Та-да, склад хороший. Похоже. А то здесь достаточно, чтобы половину горы снести. Дасти Вуду, мы нашли пентрит. Его тут очень много. Больше, чем мы искали. Головоломка начинает складываться. Парни отлично сработали. Теперь возьмите образец пентрита, подорвите эту крысиную нору и улетайте. Ясно. Дасти говорит взять образец и взорвать все. Какого хрена? Да мы рванули, как только... Да-да, ребята уже на вертушке. Давай, нам пора. Срань. Ставлю дым. Цель помечена дымом. Ясно. Намечен удар с воздуха. Время 15 секунд. Вот это ухнуло, так ухнуло. Дасти, это Вуду. Говори, Вуду. Склад взлетел на воздух. Брат, мы в этом лагере такое увидели. Давай вкратце, подробности для ЦРУ, когда приземлишься. Ну, пентрит сам по себе не подарок, но у них там был целый тренировочный центр. Ручное оружие, тир, стрельба по мишеням. Мы с Дарунты такого не видели. У этого клирика большие планы. Понял, с каждым днем картина проясняется. Ладно, что дальше? Возвращайтесь к боксеру, будьте наготове. Понял, конец связи. Ага, вперед. Готовы поработать?
Всегда готовы. Тот самый день, господа, пода. Хасан, как обычно, появится в 16:30. Мы знаем, что он передвигается с 6 охранниками. Двое остаются у машины, четверо идут с ним в отель. Один в фойе, другой на этаже рядом с лифтом. Парень снаружи у номера и один в номере. Там наша цель. У вас 4 минуты, чтобы добраться до машины и свалить. Вопросы? Хасан влезет в багажник? Еле-еле. Мазур, ожидайте. Было совсем несложно. Как два пальца. Дасти, мы двигаемся. Хасан что-то сказал? Вот дерьмо, это я к этому. У меня его телефон и ноутбук. Вот план. Что происходит в отеле? Она здесь. Прием. Брич, доберись до точки эвакуации как можно. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Динка, и продолжение следует. До скорой встречи. Всем пока.